С 15 июля стартовала приемка учебных заведений к новому учебному году. В этот раз специальная комиссия посещает школу номер 19. До этого здесь было две проверки – Роспотребнадзора и Пожнадзора. Вопросы возникли к пожарной сигнализации. Срок ее эксплуатации подошел к концу. Потребовали заменить. В этот раз специалисты замечают, датчик сигнализации в одном из классов почему-то снят. Оказалось, не успели убрать приборы от старой системы. Установлена новая сигнализация адресная. Поэтому вот ее сегодня, завтра подключать уже, поэтому это уже как бы замечание. Это будет демонтироваться. Да, демонтироваться. Прошлые замечания Роспотребнадзора, провести воду в кабинет физики, установить над доской дополнительный свет тоже выполнили. В эту проверку специалисты выявляют только незначительные недочеты. В столовой, например, нужно прикрепить таблички 220 вольт у розеток. В целом школа готова встретить учеников. На 80% мы готовы. Сейчас, в августе месяце, мы будем косметический где-то ремонт в рекреациях, подкрашивать, подмазывать, вот. Ну и, соответственно, такие небольшие мелкие работы, которые мы можем сделать своими силами. До 25 августа комиссия проверит все школы на противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, оценит их материально-техническую базу и оснащенность, соблюдение норм санпинов. Официально по 15 августа, но если в ходе проверки выявляются какие-то недоработки, пишутся замечания, то приемка продляется, акт не подписывается, и комиссия выходит повторно. У руководства школы остается совсем немного времени, чтобы подготовить учебные заведения к приходу комиссии. Жанна Лавянько, Антон Коврижных, программа «События».